Добрый день, мои дорогие друзья, с вами Гет, и мы стартуем новое прохождение, кооперативное, первое вообще в моих летсплеях. И играю я со своим лучшим другом Давидом. Всем привет. Так, ну давай, заходи в совместную игру. Значит, Sniper Elite версия 2. Быстрая игра. Подожди, игра по приглашению у нас, не. Теперь я должен пригласить, по идее. Все. Справилась? Да, я уже захожу. Че? Да так, у нас теперь улица Шершенберга или что там у нас? Стой, подожди, не нажимай ничего. Совместная игра. Разведка передала мне мою следующую мишень, доктора Гюнтера Крайдля, эксперта по ракетным двигателям. Он предпочитал надо почитать. По городу в сопровождении бронетехники. Мы полагали, что у него есть документы, которые могли привести меня на завод по производству. Так, мне на самом деле лень читать и вникать в историю. На самом деле, я не думаю, что здесь будет что-то крутое на самом деле. Остановить конвой. Естественно, этот район охранялся. Давай начнем игру. Охранялся, подожди. Задачи надо посмотреть. Ты чё? Нужно образовать себя. Карта. Мы тут двое, там задача, там какая-то. А там, видимо, север показывает, как на компасе. Выбор снаряжения. Так, Springfield, Маузер. Что взять мне, а? Я кроме Springfield'а ничего не могу взять почему-то. Маузер тогда взять, если у тебя Springfield. Да, я Маузер возьму. Томпсон. Че, Маузер круче? Так, фугас. Фугас один. Зачем нужно давать выбор, брать фугас или нет? Да, или нет. Да, это пипец, все равно возьмешь, да. Нет, я его не возьму, ноль поставлю, да. Начать игру. Я все. Синхронизация должна пойти. Опа. Блин, как всегда, инсенса, как не знаю что. Так. Только тихо. Вот я лысый такой. Чё с ним делаем? Быстренько убираем, стреляем, чё? С ножа его резание. Ща. Так, убить бесшумно. Пробел. А ножик у меня нет, он. Я ему в чисто шею свернул. Так, Томпсон у меня есть. Интересно, не надо, я Томпсон лучше возьму. На том вообще 5 патронов. Что за немец с 5 патронами в автомате? У них же должны быть вообще бесконечные, как всегда. Чтобы убить всех американцев. Или русских. Так, а тут что? Опа. Тихо. Я вижу двоих. Я тоже их вижу. Я могу даже двоих... Не, сейчас, не смогу, сейчас, давай вдвоем вынесем. Лево ты, право я, или что-то типа того. Ну давай, сейчас. Сжатое время. Ты правого, а я заднего, короче, левого. Ты переднего, я заднего, да? А, нет, я говорил, я переднего, заднего, а ты переднего. Короче, смотри, он один справа, один слева, да? Я лево убираю, ты право. Давай. Значит, три, раз, сейчас, стой, Е нажимаю, раз, два, три. Да, убрал? Весело. Нет. Убрал. Красавчик. Так. Он за дерево встал, когда я в него стрельнул. Так, что теперь делаем? Идем. Только не бежим. Потихонечку. Я задом умею ходить. В чем прикол тогда в такой позе ходить? Обыскать труп. Маузер. Да вы не сплошные маузеры с 5 патронами на стреме. Так, Что? Смысл? Не беги. Ой. Тихо. Вообще игрушка меня очень заинтересовала. Интересно, да? Атмосфера. По сторонам смотри. Обойти патрули на улицах. Это вот те патрули. Ты пока не стреляй, я думаю, еще рано. Мы еще даже не осмотрелись. Наверху посмотрим, что там. Ща. А тут ничего нет? Я куклу увидел. Красавчик.
Я хочу поиграть. О, я немца вижу. Слышь, не беги. Тихо, Давид. Не говори ничего. Красавчик. Оп-оп. Что-то у меня горло першит, пипец. Не вовремя. Так, что теперь? Пойду в ванну прочекаю. Мне сразу вспоминается ванна в этом. Как его? Как эта карта в КС была? Милиша, по-моему. Милития, да? Милита? Да, да, на ней, помнишь, ванная была, и на в ней шкерились постоянно. Да. Сейчас здесь надо все грамотно сделать, короче, я думаю. Потому что, как я смотрел сверху, их там много. Как ходить? А вот альт ходить. Ну, встань, как что ты как бомж ходишь. Короче, альт держишь, и он ходит. Нет, хочу ползать. Давай ползти всю игру. А, нет, стой. В туалете вообще не вариант. Пойдем. А куда еще? Здесь, отсюда? Не знаю, или отсюда, или дальше. Пойдем там дальше. Комнаты даже. Я вижу одного. Пока не стреляй, я еще точками занял, тихо. Иди, держи точку, поцак. Блин. Ну чё? Ща. Так, всё, я, короче, в принципе, я готов стрелять. Кого только? Там только один, нет? Там их много, вот ты, я тебе говорю, ты неправильную точку занял. Там, знаешь, сколько? Раз, два, три... 4-5. Я не вижу, я вижу только одного. Еще вон снайпер на меня. А, вон, вдалеке, да, вижу. Так что делаем? Нужно обойти каким-то образом. Будем обходить или что? Надо мочить, мне кажется. Давай вот этого ближнего я сейчас сниму, посмотрим, что получится, нет. Давай, насчет. Короче, я стреляю в этого. Давай. А, стой. Не стрелять? Ты стреляй в него, я стрельну в бочонку, взорву. Давай. Давай. Стреляй. На счет три. Быстрее. Раз, два, три. Готов. Так. Так. Мою точку спалили. Мою пока еще не спалили. Нет. Меня просто снайпер спалил, их не. А я снайпера не вижу. Он там в доме, короче, на втором этаже. Ой-ой-ой, меня стреляют. Секундочку. А вот я вижу троих даже. Сейчас. Один готов. Так, напряжно. Очень-очень. На высшей ситуации. Ты что там стреляешь? Что? Ой, а, понятно. Лысая башка до пирожка. Интересно, куда попаду? Хоть бы в яйца, блин. Опа, нормально так. Грудную клетку пробил. Так, я еще одного стреляю. Так, ну куда ты спрятался? Они уже близко где-то, что ли? Один. Не, вон они все за машиной, за горочкой звонят. Твою, где вы пропали? Вот вон один за машиной, короче. Все, я одного еще убрал. Так. Я еще вот один только вижу, лысый бегает. Он за машиной спрятался, урод. Сейчас, так. Ой, блин. Там пулемет. Ты че пулемет не снял? Я не вижу. Напротив. Где? Напротив тебя в окне. На втором этаже, дом. Сейчас, прям. Стой. Там сидит пулеметчик. Ай, не попал. Что-то мне не стреляет, опять. А вот. Одного попал. Так, дай-ка призрыв. Что-то мы вообще, по-моему, не традиционно. А вот, напротив меня прям сидит. Ну, прям пулеметчик. Все, я его снял. Ай, кто-то меня стрелял. Где, откуда? Да вон они бегают там. Там только двое осталось. Насколько я вижу. Одного я только что убил. Опа, еще один. Опа, второй, еще один. Все, я двоих приснял. Все? Да. Я побежал. На пролом.
Подожди меня, не беги. Дирижабль, ага. Нифига себе, оп, машина. Ой, что-то летит. Я не видел. Что-то только летит. Что, такой звук был самолета жесткий. Да, да. Ну вверху что-то пролетело, прям тень была. Что-то мне голову, пипец. Только. Так, сейчас, короче, тихо. Пойдем, пойдем, наверное. Да, давай залезай. Давайте руку дам, браток. Ты мне ногу даешь. Руку он мне дал. Ой-ой-ой, тихо, немец. Ой-ой. Он нас не слышал. Тихо. Не стреляй. Нет. Че делаем? Только если... Лысая башка, что делаем? Либо... Пистолет, да-да-да. Либо с пистолета, либо тихаря убивать. Сейчас, стой, я сейчас подползу сам тоже. Не-не-не, давай, короче, с пистолета сними его, если ты не попадешь, если что, то я попаду. Давай. Готов? Ну давай. Так, он всё, на окне остался. Заснул парень. Так, сейчас по-любому у него 3 патрона. Да-да-да. Плюс 3. Враги какие-то ни о чем. Тихо, сейчас не беги. Не бегу. Здесь я просто видел, вон один стоит, видишь? Нет. Ну, ладно, в окно? Уже. Просто идем, тихо. Так, главное, что нас дали. Так, я вижу. Я, короче, лучше лягу. Пойдем. Я вот вижу двоих. Давай ты нет, я лево? Не снимай их пока. Тут просто за стеной прям еще двое, понимаешь? А, понял. Ты начнешь в дальних стрелять. Откуда ты знаешь-то? Да вон только что в окна, смотри. Я не видел. Вон он прям стоял такую, в стенку уперся. Угу. Сейчас увидишь, справа. Вон, они уже вдвоем стоят. Ты взял Грена? Нет. Тут что ли, в коробке? Да. Или я все забрал? Ты все забрал. Ты а. Лысый башка. Лысый будет кидать. Тихо. Их здесь трое, слышишь? Упрячься ты за укрытие. Я сейчас буду с Грены тех двоих выносить. Опорный прыжок, а Gears of War, давай сейчас. Смотри сейчас. Ой, блин. Опа. О, полетело. Но они нас не видели-то. Они здесь сдохли, слышишь? Они здесь сдохли. А твою мать! Выходим в дом. Один готов. Убегай. Я весь раненый, Давид. Из-за тебя. Да я не могу назад идти, прикинь. Вот это печаль. Блин. Так, я одного снял еще. Я буду вход сторожить, а ты? Давай, сторожи ход. Блин, что-то мы... Ой, так, у меня снайпер какой-то валит. Ладно, я 4 снял. Где он? Где там, как дела? Ну я снайпера еще, он где-то в окне. Он наверх... Они наверняка наверху должны быть. Ну, снайпер где еще будет сидеть? Так, опять стрельнул, я его не вижу. Тихо. Вот, вижу, все. Нашел? Да. Он в меня стреляет. Я вижу, все. Снимай его. Готов. А где X-Ray? Не знаю, у меня что-то X-Ray вообще ни разу не было еще. Ты его, значит, некрасиво снял. Че, на пролом бежим? Да не, вон желтая точка. Значит, он сюда. Ого, подрывники. Да ты опять все взял. А мне Маузер оставил. Вот, Маузер, развлекайся. Слушай, ты все взрывчатки берешь, все вообще. Я же лысый. Дай мне гранату, у меня даже гранаты нет. Там какая-то тачка. У меня только камень есть. Слышишь, там в баре немец сидит. Не знаю, один ли, один не вижу. Вижу одного. Видишь? Слышь, лысая башка. Дай что-нибудь. Слышишь?
Ой, там два немца уже. Ты заколебал. Так, где? Я не вижу. А вон, справа в магазине или в баре, я не знаю, что это. А, ну вот, тут двое. Давай я подберусь поближе и посмотрю, а ты есть что тут сидит. А, зачем ближе подбираться? О, вон еще один стоит. Тихо, тихо, не иди. Слева напротив бара стоит еще один, он тебя запалит. Где напротив бара? Слева. Там такая арка. За машиной или где? За зеленой машиной такой. Ну сейчас, тихо, я подберусь. А куда ты подбираешься? Ползет. Да стой, стой. Нужно машину всего лишь взорвать. Они сразу выбегут, а мы это... Так, вроде не должны заметить. Не знаю. Думаешь? Они спиной ко мне. Тебя уже заметил этот, я же тебе сказал. Все, я его снял. Эти из бара сейчас выбегут. Ну все, я... Все, нормально все, не бойся, ничего, все. Все, решили всю ситуацию. Эй, братан, нормально. Единственное то, что чуть-чуть... Я того не видел, я думал, он прям за машиной стоит. Я же тебе сказал, он около входа в арку. А я думал, та арка, вон там, спереди которая. Не-не-не, слева, напротив. Ну чё, взрывчатка? А чё тут взорвалось, кстати? Гранату он кинул в тебя. А-а-а, понятно. Так, вон желтая, слышь? Добраться до позиции. Так, ну давай. Походу сейчас жареха будет. На дом забираться. Ну да. Assassin's Creed. Жалко, нельзя так. Так. Ой, блин, чё я лёг? Не знаю, чё ты лёг. Ладно. Домик такой уютный. Ой. Чё там? Стоит, залезай. Тихо-тихо. Ой-ой-ой, он меня, по-моему, зевает, смотри, ему сейчас в рот пулю зубы. Подожди, стой, не делай ничего. Стай нам свои планы. Да-да-да. А ну, гони бабки, а. Сейчас, стой. Стой, подожди, сейчас смотри, что сделаем. Ой-ой-ой. Подожди, чё нафига? Он как тебя... Конечно, ты ему дулом в лицо пихал. Красавчик вообще, Давид. Больше ничего сказать не могу. Я Маузер, 4 патрона нашёл. Я его пытал. Он так упал еще. Прям в стенку вперся. Руки куда-то подевались. Давай, залезай, чё. Какая-то привычка, чё. На картах люблю ходить вообще. Так, нам вниз, наверное. Вот пошел. А, не вниз? Нам же показано было вверх, нет? Я не знаю, я не видел. Патрон. О. Ожидаем других игроков, что у меня написано? Ну, просто я отбежал типа, от тебя далеко. Давид, как мне патроны взять? Пополнить боезапас. Е нажимаешь, что или еще? Да. Ой, меня кто-то... Тварь, меня какая-то тварь стреляет. На крыше, наверное, да? Да блин. Снайпер. А? О. На тебе в задницу. На тебе еще. Все, я ему прям в ягодицу запер эту пулю. А то слишком расползался там. Наверх. Один. Палка 100. Что это? Один из 100. Что-то нашли или что-то сделали. Так, а что делать? Смотри, мой любимый шкаф. А, все. Так показалось, что ты. Я забрался, хотя ты первый забрался. Лысый. Сразу прическу отрастил. О, тихо. Так, давай сейчас не тупить. А вот тут самый лысый. Окей. Так, а можно я. Ты где? А, вот. Я рядом. Слышь, подорвать заряд, чтобы остановить конвой. Так, нужно стрельнуть заряд или что? Я даже ничего не делал, уже сразу пуля летит. Че ты без меня свои действия все делаешь? Согласовывать. Там было написано. Вообще, красавчик. Ну блин.
Так, а что теперь? Не знаю. Ой-ой-ой. Нас увидели, короче. Так, я этого Ленина стреляю, или кто это? А я пулеметчика. Так, я все, я и Ленина убил. Хоть это немец. Пришел. Сейчас нужно хватать панцер Шрека. Хватай панцер Шрек. Это мне сразу World of War вспоминается. А как его... Как его, слышь? Чего? Взорвать. Как танк-то взорвать? Блин. Да твою дивизию. Ты в кого там шмаляешь? Он уже танк уничтожен. Да я немцев шмаляю. Принцип. Да дохнет. Да ты бесишь, у тебя X-Ray постоянно, у меня ни разу еще не было. X-Ray. Ладно, ладно. Ух. Ух, ты ему четко в бошку. А показала пулю прям тебе или что? Не-не-не, просто смотрел как раз за ним. Да блин, сколько у вас? Да сколько он там? Я вроде еще ни разу не промахнулся. Только там по лампам чуть-чуть пострелял, так. Ну, че он бегает туда-сюда? А у тебя X-Ray не происходит? У меня происходит X-Ray, но маленький. А когда ты стреляешь, то постоянно. Ну, то есть, тебе не показывает, когда у меня X-Ray. Тебе еще не 100% не показывал еще, да? Ну да, да. Так, ну... Давай, убивай этого последнего. Да я хотел X-Ray сделать, он уходит с прицела просто и все. Меня это бесит уже. Где этот тварь? А нам вообще, по-моему, по идее, надо спускаться. Вон желтая горит. Я спускаюсь, да. Ой, блин. Я чуть не сдох. Ой-ой-ой. Так, а что теперь? Ты где вообще? Я вниз спустился уже, внизу. Так. Где я? Не вижу, где-то там. Вот, я одного вижу. А у меня не хватает воздуха. А где он? А. Вылезай ты, тварь. А вон нужно просто легкие отдышаться нужно. Где он? Да, мне тоже нужно. Я слышу, как будто он где-то спереди, но я не вижу. Там за машиной был последний раз, где я его видел. Вот, по-моему, я его вижу. Я вижу, стреляет тут. Вот, я его вижу. Сейчас. Так, X-Ray. Ну, X-Ray получился, но тебе не показал, наверное, да? Медленно такой. У меня никогда не получалось. Так, Там еще один немец. Растяжку одну нашел, ой-ой. Ой, еще немцы, слышь? Я вижу. Короче, надо брать автомат. Я всех X-Ray мочу. А я обыскиваю. Мародер, тварь. Лысый. Ой-ой-ой. Ты что такое? Ты что, он под труп гранату спрятал, что ли? Я не знаю, это кто-то в тебя базукой стрельнул, нет? Или мне показалось? Может, гранату кинул? О, слышь, надо лысого обыскать. Где? Где? Я не вижу, кто меня стреляет. Вот, кто-то стреляет, это я не... Не понимаю, откуда. У этого лысого вообще модный пистолет. А, один... танк тут стоит. С одним танк патроном, стоит. Слышь? Да. Вообще... А, лысый, точно, Ленин. Или что это? Да, это Ленин. А где танк? Вот, прям перед нами. Нужно в него гранату кинуть ставить. Ой, блин. Камень кидай, Давид. Камни кидай. Камни? Ну, я так и думал. Фугас, может, я не знаю. Че ему, че? Как ты делаешь X-Ray, куда ты стреляешь? Что это вообще? Кто будет взрывчатку на танк клеить? Это не взрывчатка, это этот... баллон бензина. Ну, а зачем он снаружи? Канистр, точнее. Ну, а куда сувать? Под поп? Ну да, в танк, чтобы не стрельнуть. Чтобы самому взорваться. Ну, а зато мне никто не стреляет, ты же стрелять внутри не будешь. Может, я меткий снайпер? А что делать надо? Я не знаю.
Я же Ленина обыскал. На, вот желтая какая-то точка, идем туда. А, тося. Ох, нифига. Все, что ли? Ну да, два человека сделали вообще. Занимательно. Так, счет. Бутылок мне нашли. Нашли только золотой слиток с 10. Нормально, да? Нужно алкаш. Ладно, продолжить.